Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы дзюдо, все, кто смотрит видеоканал «Планета Дзюдо», я Роман Карасев. И сегодня мы продолжаем делать небольшие видеоролики, и темой этого видеоролика является продолжение предыдущего дзюно-ката, комплекс упражнений дзюдзюцу, который я покажу, как его можно практиковать без партнера. И основное внимание в этом комплексе я хочу обратить именно на шаги, на передвижение и развороты. Значит, по шагам и по теме шаги как основа перемещения нашего тела в пространстве я тоже делал небольшие видеоролики, и ссылка на них будет в описании. Итак, в предыдущем видеоролике я вам показал 5 первых упражнений из комплекса дзюно-ката, которые можно выполнять без партнера. И сегодня я покажу вторые 5 упражнений из этого комплекса. Упражнение первое. Это было первое упражнение. Как вы видите, достаточно много шагов, то есть перемещение, с помощью шагов мы перемещаем наше тело в пространстве, делаем шаги назад, вперед, в сторону и, так сказать, полукругом. Поэтому это очень важно, на это обратить внимание, как правильно у нас ставится стопа на татами, каким образом мы разворачиваем наше тело. Второе упражнение из этого комплекса. Как вы видите, по своей структуре все упражнения различны. Есть больше шагов, есть меньше шагов. Но очень важно понять то, что все шаги, они делаются с определенной задачей. Как мы поставим свое тело в ту позицию, которая будет оптимальна для проведения того или иного технического действия или приема, которые мы приняли, значит, для выполнения. Третье упражнение.
Это было третье упражнение. И теперь четвертое упражнение. Пятое упражнение. Итак, я продемонстрировал вам 5 упражнений из комплекса Дзюноката. Это вторые 5 упражнений, которые можно выполнять без партнера. И внимание, которое я хотел, чтобы вы обратили, именно на шаги, на то, каким образом мы делаем шаг, как мы перемещаем тело в пространстве, каким образом мы разворачиваемся и становимся в финальную позицию для проведения того или иного технического действия, завершающего. Вы можете практиковать этот комплекс самостоятельно в домашних условиях и таким образом улучшать качество своих передвижений, улучшать качество своего понимания, как перемещается ваше тело в пространстве относительно, ну, мы представляем, да, себе партнера. Также это способствует развитию воображения. И в последующем, когда мы сможем эти упражнения делать вместе с партнером, нам будет гораздо легче. Поэтому я рекомендую вам практиковать комплекс Дзюноката не только как хороший комплекс для практики специальных упражнений самозащиты дзюдзюцу, а также как очень эффективный комплекс, гимнастический комплекс, который дает возможность поддерживать, развивать и улучшать ваше здоровье, физическое, интеллектуальное состояние. И таким образом вы сможете улучшить качество своей жизни. С вами был Роман Карасев. Вы смотрели видеоканал «Планета Дзюдо». До новых встреч!